Еще вопрос от наших зрителей. Спрашивают у вас, я понимаю, что это категория прогнозов штука такая, но тем не менее, как вы считаете, сколько осталось Путину? Вообще, это годы, это десятилетия, это месяцы или недели? Какое у вас ощущение? Один мой близкий человек говорит меньше 2 лет. Я привык доверять интуиции. У меня нет такого чувства лично. Я не знаю. Я ошибся когда-то очень давно. Я когда-то послушался. Я понимал, что он выдает желаемое за действительное и, наверное, ошибается на несколько лет. Я про Березовского. Я думал, ну нет, ну не 12-й, 13-й, ну, наверное, 18-й. Вот, дальше он не... Вот. А он все чухает и чухает, и сейчас непонятно. Ну, хорошо, ну Байдену на 12 лет больше, чем Путину. Вот. И также Путину ничто ничем не мешает окружить себя толпой озверевших чекистов, которые будут его защищать и до 80 лет здороваться с воздухом и посылать на миллионы человек на гибель. Кто ему может помешать это? Владимир Путин давит оппозицию, там, закручивает гайки, уничтожает какие-то институты. Но пока... Я к тому, собственно, эту мысль, что когда все это происходит вот так вяло, ну, принять решение, ведь правда очень сложно. Вот в тот момент такой, давайте убирать Путина. Ну, а зачем? Ну, вроде все как не так страшно, там чуть-чуть подкручивать. Он же варил этот котел с лягушкой постепенно. Он не сразу ее швырнул в этот кипяток. Я просто к тому, что можно ли вообще такие вещи просчитать? Когда вот что, да, вот он приведет к тому, к чему он привел. Ну, наверное, можно, просто у меня не хватает на это мозгов. Но у Запада тоже, видимо, сейчас, ну, окей, это такой коллективный Запад. Ну, а чем Запада? Они умнее, чем я? У нас у всех не хватило мозгов. Можно ли это все было остановить? Или сейчас, знаешь? Я уверен, что да. Я уверен, что да, просто... Путь диктатора, путь деградации диктатора, несмотря на то, что я описан Маркесом, в него очень просто не хотели верить. Но он был удобен, получается, очень многим. Да он до недавнего времени был удобен. Еще 23 февраля он был удобен. А вот если говорить, опять же, возвращаться к его окружению, вот я слышал такую точку зрения, что Путин принимался именно потому, что ему фартило. Вот у него был фарт. Вот ему всегда везло. Вот там даже после Боинга, ну окей, все как бы как-то по-тихому слили и так далее. Но а они манипулировали, они этим занимались. Они занимались репутацией, занимались общественным мнением. То есть это не фарт, это профессиональное... Каждый этап его жизни и деятельности — это все разложено на спецоперации. Это не фарт. Фарта не существует. Это в глазах людей, которые не разобрали, ну, не включили многофакторный анализ, какой-то успех воспринимается как фарт. Даже если в тебя стреляли и промахнулись, значит, твоя охрана просто не подпустила достаточно близко, и поэтому и промахнулись. Либо у тебя такие враги, которые не собрали деньги на нормального киллера, поэтому промахнулись. Это не фарт. Вот, поэтому... это вспоминая Рейгана. Вот, поэтому нет, какое-то время... они более осторожно действовали, и поэтому их цели в плюс-минус были достигнуты. Вот. Последнее время они перестали действовать осторожно, видимо, в силу возраста или в силу гордыни. Вот. А может быть, и сейчас все сойдет с рук. Мы этого еще не знаем.